Пациенты, уважаемые, сегодня я вам постараюсь рассказать новое в лечении хер 2 позитивного рака молочной железы. Что же сейчас у нас есть, какие опции лечения. Немножечко хотелось бы все-таки рассказать об эпидемиологии заболевания, о распространенности его. Рак молочной железы это наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в мире. 1,67 миллионов это случаев за Новый год, за предыдущий год. 25% всех злокачественных новообразований это у женщин. В России рак молочной железы занимает лидирующее первое место в структуре злокачественного образования. На долю хер-2 позитивного рака молочной железы приходится 15-20% всех случаев. Конечно же, подходы в лечении рака молочной железы во многом изменилось. Раньше пациент был пассивным участником этого движения. В настоящее время пациент уже у нас активный участник нашего движения и член нашей мультидисциплинарной команды. Раньше пациент у нас был в центре, а врачи уже решали, что с ним дальше делать. Сейчас пациент наряду с нами уже разделяет ответственность и Общие принципы, принципами, которыми мы обычно пользуемся, это мультидисциплинарности, комплексности подходов, мы говорим сейчас в основном об об ориентированном подходе для пациентов, проблемно ориентированном подходе и максимально подбираем лечение в биологически направленном подходе с учетом того, что рак молочной железы многообразен и многолик. Благодаря мультидисциплинарной команде мы стараемся подобрать правильному пациенту в правильное время правильное лечение. Вот посмотрите, как изменились подходы лечения рака молочной железы, начиная с 1970-х годов. Если смотреть со стороны а, онколога, то в, а, в 1970-х годах мы еще мало что знали о лечении рака молочной железы. А, рецепторы эстрогенов и прогестеронов были вообще серой зоной. Но как вот только в 70-80-х годах был, были уже открыты рецепторы эстрогенов, прогестеронов для нас, мы стали разделять рак молочной железы на два суррогатных подтипа – гормон позитивный и гормон негативный. На пороге 21 века, уже когда был открыт эпидермальный фактор второго типа, мы уже заговорили о многообразии рака молочной железы. И наряду с гормон позитивным гормон негативным рака молочной железы Стали и различать хер э, 2 позитивный, хер 2-негативный рак молочной железы. Открытие э... Открытие таргетного препарата позволило нам перевести очень злое заболевание, быстро текущее, изменить биологию его заболеваний, сделать из хер сделать HER2 рак молочной железы более с благоприятным вяло текущим течением. Мы живем в эру, когда практически каждые 2-3 месяца у нас появляются новые знания о раке молочной железы, о его биологии о его подходах лечения появляются э, различные маркеры и вот в последнее время э, одним из новшеств это является мы сейчас всем пациентам практически всем э, определяем э, э, полное геномное секвенирование, определяем новые случаи наследственного рака, выявляем и в будущем, значит, и с будущем возможность использования нового класса препаратов парпингибиторов. При трижды негативном раке тоже появилась новая мишень, это PDL. Uh, маркер, который показывает чувствительность к иммунотерапии. И в случае, у кого он выявляется, в первой линии возможно назначение иммунотерапии атезолизумаба uh, в комбинации с напоклитокселом. Uh, также для тех пациентов, у кого все-таки нету мишени таких как ПДЛ, БРК мутации, рецепторов эстрогенов, хер 2 статуса негативный, появляются новые маркеры. Ну, допустим, такие даже как топоизомераза, бета-табулины, которые нам говорят о, чувствитель... О возможной чувствительности к препаратам. Ну, какие еще раз повторю маркеры основные для Muitas, которые нам необходимы для определения тактики лечения пациентов. Это рееп.. экспрессия рецепторов эстрогенов, прогестеронов, хер 2 статус КИ-67 мутаций в гене PI3K, экспрессия PDL и герми.. определение герминальных мутаций БРК1, БРК2. Что же из себя представляет в общем-то фактор хер 2 Это рецептор человеческого эпидермального фактора роста. Он один из четырех белков семейства рецепторов человеческого эпидермального фактора роста трансмимбральный белок играющий ключевую роль в передаче сигналов факторов роста он регулирует сложный сигнальный каскад влияющий на клеточные процессы включая пролиферацию и гибель клеток как же он определяется? Основной метод определения – это иммуногистохимический. Но порой в анализах своих вы можете увидеть так называемый, когда гистологи пишут плюс 2, так называемая серая зона. При таком врачи-онкологи вам обычно рекомендуют выполнение фиш-метода. И когда пациенты приходят, спрашивают, а что это такое? Это метод уже качественный. Иммуногистохимия химия – это количественный метод. А метод флюоресцентной гибридизации это уже качественный Метод, который нам точно позволит определить: все-таки амплифицирован а, белок HER2 либо не амплифицирован. А какая же роль этого белка? Это деление клетки, жизнеспособность клетки определяет инвазию, метастазирование и также ангиогенез. В 1987 году Деннис Слемон и его коллеги определили мишень для некоторых видов рака молочной железы. Они обнаружили, что определенные виды рака молочной железы экспрессировали белок Хер-2. Как же у нас, в общем-то, работает та моноклональное антитело от растузумаб? Оно избирательно связывается с экстрацеллюлярным доменом рецептора эпидермального фактора роста человека второго типа и тем самым блокирует сигнальный путь и ингибирует пролиферацию, в общем-то, опухолевых клеток. Трастузумаб исследован в рамках множественных клинических исследований и показал свою эффективность и безопасность терапии как ранних, так и поздних стадий рака молочной железы. Он уже более 10 лет успешно применяется препарат в нашей клинической практике. Это единственный препарат, доказавший свою эффективность по всем конечным точкам во всех линиях терапии, в том числе даже в адювантном назначении безопасности и переносимости препарата тоже довольно-таки хорошо изучен. Эффективность растузумаба в отношении терапии HER2-позитивного рака молочной железы не вызывает никаких сомнений. В 2009 году компания Биокат начала разработку биоаналога Трастузумаба в рамках президентского проекта по организации опытно-промышленного производства препаратов моноклональных антител. В 2011 году уже был завершен полный цикл сравнительных доклинических испытаний препарата российского биоаналога, показавший его идентичность оригинальному препарату. В 2014 году уже было полно, завершено. Полное клиническое исследование препаратов у пациентов с HER-2 позитивным метастатическим раком молочной железы. А, ну, я уже как говорила, как он работает, то есть избирательно связывается с экстрацеллюлярным доменом рецептора эпидермального фактора роста второго типа, блокирует сигнальный путь и ингибирует опухолевую пролиферацию клеток. А, Трастузумаб у нас а, выпускается а, в во флаконах 150 мг и 440 мг. На Клинические исследования препарата проводились в ряде стран. В России участвовало 20 центров, в Украине 5 центров, в Беларуси 1 центр и в Индии 5 центров. Это представлен на данном слайде дизайн исследования, которое позволило российскому биоаналогу себя зарекомендовать и проявить. Исследование, рандомизация пациентов осуществлялась один к одному. А длительность терапии составила 6 циклов. В первой группе были пациенты, получающие российский биоаналог. Получали они его в стандартной дозе в комбинации с поклитоксилом. Первое введение было нагрузочная доза Стандартная 8 мг на килограмм, а далее раз в 3 недели уже поддерживающая доза 6 мг на килограмм. И вторая группа получали оригинальный препарат герцептин, точно в, в таких же дозах и с такой же периодичностью. А, какие же были цели и конечные точки? Цель а, исследования была сравнение эффективности и безопасности препаратов а, би, российского биоаналога и герцептина, применяемых в сочетании с поклитоксилом в качестве первой линии лекарственного лечения у хер 2 позитивного рака молочной железы. А, с, а, сравнивалась эффективность, оценивалась безопасность и фармакокинетика препарата. По эффективности оценивался лучший ответ, зарегистрированный на протяжении исследования. Оценка ответа производилась по данным компьютерной томографии по критериям рецеста 1.1 централизованно, и она проводилась с независимым заслепленным специалистом. Анализ... Анализ исследования продемонстрировал, что, проведен, что препарат Проведен анализ эффективности, безопасности и фармакокинетики продемонстрировал отсутствие различий между группами препаратов российского биоаналога и э, герцептина. Полученные данные свидетельствуют о терапевтической эквивалентности исследуемого препарата и препарата сравнения герцептин. Что же все-таки поговорим еще такой биоаналоги, биосимиляры? Это одобренные для клинического препарата применение новой версии инновационных биологических препаратов, полученные после стечения срока действия патента и демонстрирующие сходные физико-химические свойства по эффективности и безопасности. А какие же основные требования? Это минимальные различия в которые могут привести к существенной разнице в эффекторных иммунных функциях препарата. Биосимиляры ⁇ это взаим... заменяемые препараты, доказавшие свою фармакологическую и клиническую сопоставимость препаратов. Для того, чтобы зарегистрировать биоаналог, какие же фазы должны пройти? Это фаза предклиники, это интенсивное изучение механизмов действия, эффективность и токсичность в сравнении с оригинальным препаратом. Клиника ⁇ это фармакологическая сопоставимость, Сравни, происходит сравнение с оригинальным препаратом, фармакокинетическое исследование у здоровых добровольцев и пациентов. Терапевтическая сопоставимость ⁇ это сравнительные исследования уже третьей фазы по оценке эффективности и токсичности оригинального препарата и биоаналога в рамках конкретного показания гомогенной группы пациентов. Ну и фармаконадзор, без него никак. Текущие клинические исследования отечественных биоаналогов трастузумаба и ритуксимаба в качестве главной цели оценивают объективный ответ и безопасность его. При регистрации оригинальных препаратов основная цель ⁇ это оценка выживаемости больных. Это приведен слайд с наших рекомендаций русского 2021 года, уже новое издание, где представлен алгоритм лечебно-диагностических мероприятий в зависимости от стадии рака молочной железы. При начальных первично идет обследование пациентов и уже смотрят, возможно ли хирургическое лечение или невозможно. В случае невозможности хирургического лечения проведения неодевантной химиотерапии с дальнейшим определением хирургического лечения и объема операции после проведения хирургического лечения определения одевантной тактики пациентов. В случае, если же опухоль неоперабельна, то сначала проводится неодевантная терапия, потом хирургическое лечение и уже решение вопроса об одевантной терапии. Какие же сейчас есть рекомендуемые последовательности использования различных видов лечения в неодевантной терапии? Подробнее. Золотым стандартом в лечении рака молочной железы являются на протяжении многих лет антрациклиновые антибиотики, и токсансодержащие препараты. В случае HER2-позитивного рака молочной железы это использование таргетного препарата трастузумаб плюс-минус комбинации с пертузумабом. Далее пациент оперируется и э, решается вопрос о назначении адювантной терапии. Либо это будет лучевая терапия, гормональная терапия при люминальном раке. При э, трижды негативном э, в адювантном режиме чаще всего рассматривается назначение капицитабина с адювантной целью. При хердвапозитивном э, 2 позитивном подтипе рака мол... молочной железы обсуждение вопроса назначения трастузумаба и мтанзина при наличии резидуальной опухоли. И продолжение -2 терапии трастузумабом при полном патоморфологическом ответе опухоли на предоперационное лечение. На данном слайде представлен современный алгоритм лечения метастатического рака молочной железы. Разделим рак молочной железы значит, на хер 2 позитивный, в котором в первой линии используется рекомендовано использование таргетной терапии пертузумаб в комбинации с трастузумабом, пертузумаб, трастузумаб в комбинации с доц. Так в, целом, в случае неэффективности во второй линии возможно рассмотреть назначение трастузумабом танзина. При хер 2 негативном гормон позитивном раке молочной железы. Здесь очень важно важно, есть ли у пациента признаки висцерального криза. Если признаков висцерального криза нет, то таким пациентам в первой линии сейчас рекомендована самая современная опция лекарственного лечения, назначение ингибиторов ароматазы плюс-минус в комбинации с палбоциклибом, рибоциклибом, либо амбемоциклибом. В случае прогрессирования на фоне первой линии лекарственного лечения возможно рассмотреть назначение гормонотерапии фулвестрантом в комбинации с алпилепсибом. Это новая опция лечения, но только для пациентов, у которых выявлена мутация P3K, которая является сейчас стандартом. И мы практически всем пациентам всем предлагаем, у кого метастатическая стадия, определение ее. Определение ее возможно в рамках трех программ. Активный пациент, это когда пациент сам отправляет эту мутацию, либо это уже доктор отправляет напрямую в лабораторию Евгения именитого, либо это программа канцерогеном, по которой также это все в рамках бесплатно можно сделать для пациентов. В случае э, э, негативной мутации 5 3 мы назначаем уже на выбор гормонтерапии либо это фолвистрант, либо это веролимус комбинации с экземистаном, либо это монотерапия бемоциклиба. Если же у пациента с гормон-позитивным раком молочной железы, хер 2 негативным, имеется признаки висцерального криза, то таким пациентам в первую очередь, чтобы затушить пожар, мы назначаем химиотерапию. Отдельный подтип рака молочной железы это брк ассоциированный рак. Почему вот помимо ПЦР мы сейчас еще воде, пациентам назначаем определение брк мутации методом НЖС. Вот уже за последние, последние две-три недели мы это делаем бесплатно у нас в институте в рамках программы ОМС, возможно, определение этой мутации уже полное геномное секвенирование выполнения. В случае выявления мутации для таких больных также бурка-ассоциированный рак он может как быть гормон позитивным так и гормон негативным в случае гормон позитивности первой линии возможно назначение э, гормональной терапии а в случае если это горм... буркак э, рак э, и гормональный статус негативный возможно назначение в первой линии химиотерапии и во второй линии это уже обсуждение назначения парпингибиторов талазапарип олапариб. и отдельный подтип, это трижды негативный рак. Трижды негативный рак, первое, с чего стоит его начинать лечить, в метастатическую стадию, это с определения PDL, поскольку она нам дает возможность назначения иммунотерапии от изолизумаба в комбинации с напоклитокселом. И в случае для тех больных, у кого ПДЛ негативная, там уже назначение химиотерапии. Это токсаны, антрациклины, капицитабин, препараты платины, рибулин, самые современные цитостатики. Какие же перспективы лечения хер 2 позитивного рака молочной железы? Ну, в первой линии, это, так я уже говорила, это токсаны в комбинации трастозума плюс пертузума. Во второй линии возможно рассмотреть трастузумаб и мтанзин. И в третьей линии препараты который еще пока э, не в России мы не используем, трастозумаб, дирокситкан. В третьей линии это возможно назначение э, четвертой линии капицитабин, лопатинип, трастозумаб, лопатинип, либо можно комбинировать уже трастозумаб с различными цитостатиками, с винорельбином, с гемцитабином, с любым из цитостатиков. В журнале Lancet была статья в 2020 году, в которой была прописана информация о том, что был получен позитивный эффект от добавления Пертузумаба. И он предоставлял нам долговременный эффект. Увеличение пятилетней и восьмилетней общей выживаемости составили 45% и 37%. 45% для пятилетней выживаемости и для восьмилетней 37%. В ходе конгресса ЭСМО в 2021 году были представлены первые результаты исследования БРЕСТ по изучению трастозумаба дироксикотекана и изучение его в и изучение второй молекулы ⁇ это растузумап и мтанзин, во второй линии терапии. Туда включались пациенты нерезиктабельным либо метастатическим Хер-2 позитивным раком молочной железы, ранее, которые уже получали в первой линии терапию трастузумабом и токсанами, туда допускались больные с клинически стабильными метастазами в головной мозг, что очень важно. Не во всех клинических исследованиях таких пациентов включают. А, какие стратификационные факторы были? Это рецепторы эстрогена, прогестерона, лечение пертузумабом и висцеральный криз, был или не был. Из, а, рандомизация пациентов осуществлялась один к одному. Первый рукав получал трастузумаб дирюкстекан а второй трастузумаб энтонзин. Первичными а, конечными точками была выживаемость без прогрессирования оценена, вторичные конечные точки общий ответ чистота объективного ответа, безопасность препарата. Исследование продемонстрировало увеличение выживаемости без прогрессирования в группе исследуемого препарата Трастузумаба дирокстекана по предварительным данным также наблюдается и повышение, увеличение общей выживаемости в течение 12 месяцев. Общая выживаемость была достигнута у 94,1% и 85,5% в группе трастозумапом тансином Объективный ответ наблюдался почти 80% пациентов по сравнению с трастозумабом Танзином. Также сообщалось о 42 случаях полного э, ответа э, опухоли против 23 пациентов в группе трастузумабом -эм танзина Но возникает вопрос: почему все-таки э, так различается эффективность двух препаратов, несмотря на то, что они находятся в одной группе? Чем же отличается новый препарат растузума по Он отличается от, от, предыдущих моноклональных антител тем, что к этому моноклональному антителу, к ХЕР-2 рецептора, уже присоединено значительное количество цитостатиков, производного ингибитора топоизомераза 2-альфа-1. Но в отличие от предшествующих препаратов, после того, как препарат присоединяется к клетке, несущей мишень ХЕР2 рецептора, он, интернализируясь в цитоплазму, имеет способность диффундировать назад в окружение клетки и повреждать близлежащие клетки, даже не имеющие мишень ХЕР2. Но, тем не менее, наличие мишени необходимо, и она должна быть определена, конечно же, до начала лечения, так как предсказывает эффективность лечения. Таким образом, препарат, появился новый класс препаратов, класс конъюгированных моноклональных антител, ХЕР-2 антител с акцентом на цитостатик. Действующее вещество здесь, конечно, цитостатик, и действие идет вне зависимости биологического по типа опухоли, но мишень необходима. Профиль безопасности трастузумаба дирокстекана. В основном побочные эффекты, нежелательные эффекты были со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, диарея была у пациентов зарегистрирована, гематологическая токсичность наблюдалась в виде анемии, нейтропении, лейкопении, тромбоцитопении. Думаю, что а, вы знакомы с этими осложнениями. А, также была зарегистрирована частота а, пневмонитов, 8,2, из-за которых пришлось даже произвести отмену введения препаратов, и тромбоцитопения, 2,7%, из-за которых пришлось прервать лечение. Редукция дозы препарата была необходима по причине тошноты у 6,2% пациентов и нейтропении 3,5% пациентов. Согласно а, рекомендации пятого консенсуса ЭСМА по, распро... а, по распространенному раку молочной железы, Лечение рака молочной железы является комплексным. Именно поэтому необходимо участие всех соответствующих специалистов мультидисциплинарной команды, в которые входят клинический онколог, радиотерапевт, хирург-онколог, лучевой диагност, патоморфолог, гинеколог, медицинские, медицинская сестра, специалист по паллиативной боли, которые являются важнейшими этой команде. А, также а, есть небольшая подгруппа пациентов с олигометастатическим заболеванием или метастатическими заболеваниями малого объема, при этом при высокой чувствительности к системной терапии, что можно достичь полной ремиссии длительной выживаемости для больных. А, для таких пациентов следует, конечно, рассматривать мультидисциплинарный подход, включающий также локальные методы терапии, терапии. У нас в институте сейчас проходит проходит, ну так сказать, не исследование, но проходит набор больных по внутреннему нашему НИРу, где мы набираем больных и смотрим по лечению, помимо системного лечения, трастозумабы, танзина, лечение локальное. Применение чего позволит нам максимально эффективно контролировать олигометастатическую болезнь за счет специфической антителзависимой клеточной токсичности и повышения радиочувствительности опухолевых клеток за счет воздействия таргетного препарата на клеточный цикл. То есть, мы, помимо использования таргетной терапии при хер-2 позитивном раке молочной железы, используем метод лучевой, диагности... лучевой терапии, когда это возможно. От таких пациентов производим механизм повышения радиочувствительности при этом связывают с перераспределением клеток по циклу и с подавлением репарации сублетальных повреждений. Кроме того, комбинированное лечение ТДМ1 плюс лучевая терапия позволит уменьшить опухолевую нагрузку как в облучаемых, так и в невоблучаемых зонах за счет системного воздействия обскопального эффекта, так называемого. Происходит существенное увеличение числа и разнообразие опухоли ассоциированных агентов, стимулирует запуск противоопухолевого иммунного ответа. Кроме того, Препарат ТДМ тростозумабом танзин вызывает подавление ассоциированных с опухолью ангиогенеза и сверхэкспрессии хер 2 и ингибирует репарацию поврежденных молекул ДНК, вызываемых лучевой терапией. Какие же мы женщины туда включаем в это исследование, берем наш, наш НИР? Это женщины в возрасте 18 лет, у которых есть диагноз верифицированный рак молочной железы, имеется метастатическая форма, имеется не более 5, а от 1 до 5 отдаленных метастатических очагов, один из которых до 5 сантиметров в наибольшем измерении. Возможность полной элиминации всех очагов, то есть был, чтобы был доступ к проведению лучевой терапии. Очень важно мнение радио возможно ли это облучить таких пациентов, отсутствие поражения регионарных лимфатических узлов, отсутствие воспалительных изменений в организме, естественный КОК пациентов 01 неподходящий гормональный статус для назначения иной терапии, отсутствие мутации БРКА. Уровень амплификации должен быть плюс 3 балла по результатам иммуногистохимического анализа или должна быть амплификация при помощи ФИШ-метода. Пациенты, конечно же, со стабильными метастатическими очагами в головном мозге в течение 4-6 недель по данным МРТ или после 2 недель после проведения терапии гамма -ножом, или нестероидозависимые очаги. Больные с хер 2 позитивным, неоперабельным, местно распространенным или метастатическим раком молочной железы, которые ранее получали уже трастузумаб в комбинации с токсанами, и у которых продолжительность жизни будет более 6 месяцев. Как же происходит клиническая апробация? На амбулаторном этапе пациентам выполняется МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием, стандартное выполнение КТ грудь живот с контрастом и МРТ малого таза с контрастом. И, конечно же, остеосантиграфия для определения, имеются ли метастазы в косточках. И, конечно, это гистологическое заключение, где будет уровень ХЕР-2 определен, либо амплифицирован. Производим на этапе лучевой терапии, таргетной терапии. Это стационарный уже этап, Производится стереотоксическая лучевая терапия до двух циклов от 14 до 60 грей в зависимости от облучаемого очага. Ну и стационарный этап – это химиотерапевтическое лечение трастозумапом танзином в течение 24 часов после лучевой терапии. Он вводится в дозе 3,6 мг на килограмм первый день один раз в три недели. Суммарно четыре курса делается. А, оценка лечебного эффекта в течение двух лет производится. Делается, выполняется МРТ головного мозга с контрастированием, КТ грудной брюшной полости с контрастом, МРТ малого таза. А, выполняется каждые три месяца. А Значит, более раннего терапевтического воздействия задолго до значительной опухолевой нагрузки и клонального разнообразия возможно позволить достичь и улучшить контроль над заболеванием, либо даже Полное излечение от заболевания, к чему мы стремимся. При этом важно помнить, что мы лечим не рак молочной железы, а больного со злокачественной опухолью, основываясь исключительно на мультидисциплинарном пациент центрированном, проблемно ориентированном, максимум индуализированным подходом в лечении с доказательной базой, и особенно о знании биологии опухоли и ее реакции на системное лечение. То есть правильному пациенту. В правильное время правильное лечение. Спасибо.